Россия – многонациональная страна и родина для многих народов. А вы слышали, как звучит язык андийцев, одного из коренных народов Дагестана? Так на андийский переводится слово «любовь». Родный. А это значит «мир». Дуньял. Порядок. Адулу. И помощь. Кумеки. А это андийская поговорка. Хехи, боцуди. Хехи, хояди. Унцол ботолития. Что значит «в быстроте успеха нет». Или более знакомое нам «поспешишь, людей насмешишь». И еще одна знакомая поговорка. Кто рано встает, тому Бог подает. Берка учивши горчи бура. Мы любим Россию. Его зологилудо Россия. На разных языках об одном и том же.